Боец в синем углу. Ему 18 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 66 килограммов. Его стиль ММА. Профессиональный рекорд 2 боя. Одна победа, одно поражение. Из Белгорода. Денис Бородаенко. И его соперник в красном углу. Ему 20 лет. Рост 176 сантиметров. Вес 66 килограммов 200 грамм. Его базовый стиль тайский бокс. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Из Грозного Мехди Байдулаев. Рефери боя Армен Ананян. Отец Сергей. Все готово к тому, чтобы начать первый раунд этого поединка. И мы видели, что на 2 года старше своего соперника Мехди Байдулаев и на 6 сантиметров выше, как показывают антропометрические данные по записям. И вот бой начинается так в стойке. Потихонечку занимает центр октагона Мехди Байдулаев и поджимает своего соперника, пытается поджать его к сетке. Видимо, как представитель тайского бокса будет навязывать именно поединок в стойке. Там мы видели бэкфист, попытка бэкфиста, но не попал. Плотно попадает сейчас Денис Бородаенко лоу-киком. И тут же вот ответ удара ногой с развороту. И перевод в партер. От Мехди Байдулаева. Да. Наши тайские боксеры способны наносить именно акцентированные жесткие удары, поэтому, я думаю, он будет вкладываться в партере. Они накидывают их просто так. Посмотрим, да, насколько он сможет реализовать вот это достаточно выгодное для него положение сверху. Ну, вяжет, пока вяжет достаточно так грамотно плотно. Денис Бородаенко, да. Да, приглашает в стойку Мехди Байдулаев. Видимо, свойство все равно ему это ближе, поединок именно в стойке и... Поднимается он в стойку. Ну, попадает лоу-киком Денис Бородаенко. Ответный лоу-кик от Мехди Байдулаева. Выбросил навстречу джеб и попал Денис Бородаенко. Наткнулся на него немножко Мехди Байдулаев. Попытка удара с развороту в голову, но не достигает удар цели. Да, Мехди Байдулаев не спешит, не форсирует события, а выцеливает именно и наносит одиночные жесткие удары. Именно то, что, видимо, бой пока идет в стойке на руку как раз-таки Мехди Байдулаеву. Да, учитывая то, что на 6 сантиметров выше он, чем Денис Бородаенко. Да, успевает он пользоваться своими вот антропометрическими данными и попадает ударом с разворота, но переводит его в партер Денис Бородаенко. Да, занимает опасное положение. Отсюда может сделать обратный треугольник. И именно так вот он сейчас ноги и заправляет. И, соответственно, также может добивать. И вот сейчас за 2 минуты до конца первого раунда в таком не очень для себя... В удобном положении находится, мы видим, забирает еще и руку. Да, здесь есть много вариантов работы в этом положении. Но отсюда можно выйти. И вот все-таки обратный треугольник пытается выполнить. Денис Бородаенко. Денис Бородаенко. Да. Плотно сейчас он захватил ногами и пока не удается освободить голову. У нас 1,5 минуты еще. Чуть-чуть меньше 1,5 минуты остается до конца этого раунда.
И очень много еще времени, скажем так, для проведения приема. Да, рефери очень внимательно смотрит, чтобы не было ударов по затылку. Пошла заключительная минута, уже 50 секунд остается до конца первого раунда. Денис нужно продолжать активно наносить удары, работать, чтобы рефери не поднял их в стойку. Да, именно то, что сейчас поднятие в стойку как раз очень невыгодно. И посмотрите, попытка, и удается освободиться сейчас Мехдибай Дулаеву. И за 30 секунд до конца первого раунда он оказывается сверху. Без сомнений, очень много сил, конечно, потратили оба бойца. И больше, наверное, на мой взгляд, конечно же, сложнее пришлось Мехдибай Дулаеву. Концовка первого раунда. В стойке бойцы находятся сейчас. Паузу такую оба берут небольшую бойца. Бойцы. И расходятся на перерыв. Да, в очень сложном положении сейчас находятся. Второй раунд из трех запланированных. Итак, снова занимает центр октагона Мехдибай Дулаев. И немножко отходит туда к сетке Денис Бородаенко. Удар с развороту был от Мехдибай Дулаева, и тут же контратаковал рукой Бородаенко. Делает рефери устное замечание за внимательную работу, чтобы не попали бойцы друг другу пальцами в глаза. Да, идет обмен ударами, который никому из них не дает явного преимущества. Перевод в парту такой. На мой взгляд, даже немножко как-то сам даже перевел сюда. Да, прыгнул Денис Бородаенко. Тут вот наносит короткий такой удар Байдулаев. Сейчас посмотрим на владение Денисом именно грэплинга. Сможет ли он из положения гарда вывести его, либо сделать переворот, либо болевой дышащий прием. Да, как-то реализовать свое вот такое вот положение. Ну, так добивать отсюда и однозначно Мехдибай Дулаеву будет проще. Правый. Локтями аккуратно, смотри. Локтями аккуратно. Делает рефери. Опять устное предупреждение, чтобы бойцы не работали локтями. Несколько ударов попытался нанести Мехдибай Дулаев. Ну и снова плотно контролирует руки Денис Бородаенко. Все-таки не дает, он вяжет.
Ну и пока чего-то такого не дает он сделать. Вот поднимается в стойку. И бойцы поднимаются, и бой продолжается в стойке. Я думаю, такой вход в партер не принес желаемого результата Денису Бородаенко. Видимо, рассчитывал на что-то другое. Подхват ноги. И снова такой вот уход в партер, такое падение на спину как бы от Дениса Бородаенко. Причем судьи такое движение могут засчитать и в пользу Мехди Бейдулаева. И вот здесь пока не видно каких-то таких активных действий с обоих сторон. Тут такая борьба за улучшение позиции. Вот несколько ударов наносит Мехди Байдулаев сверху, но не такие акцентированные и не очень большой ущерб, на мой взгляд, он нанес именно этими ударами. На самом деле положение Мехди Байдулаева улучшилось существенно. И вот он уже занял маунт. Да, сел маунт и начинает добивать сверху, так молотками как. Да, и в таком неприятном для себя положении сейчас оказывается Бородаенко. Удары доходят до цели. И вот уже попытка удушающего приема со стороны Мехди Бейдулаева. Тренер подсказывает, что скрещивать ноги не надо, потому как отсюда есть также и болевые приемы на ноги. Ну, а у нас пошла за ключ 40, чуть-чуть больше 40 секунд остается до конца второго раунда. И вот снова так позиции сверху находится сейчас Мехди Байдулаев. И наносит он удары. И рефери внимательно следит за поединком. Да, он тратит силы, но однозначно наносит ущерб сопернику. Причем защита его достаточно пассивная. И рефери может вполне остановить поединок, если 2-3 ударчика хороших достигнут цели. Да, так и происходит. Абсолютно верно. И рефери останавливает поединок. И за 16 секунд до конца второго раунда поединок остановлен. И победу одерживает Мехди. Время остановки боя 4 минуты 44 секунды второго раунда. Техническим нокаутом победу одержал Мехди Байдулаев. Дорогие друзья, в этом бою победу одерживает Мехди Байдулаев. Наши поздравления ему, конечно же, без сомнения, уважение его сопернику. Мехди Байдулаев!